На Ямале зарегистрирован первый случай летального исхода от заражения свиным гриппом. После заболевания высокопатогенным вирусом H1N1 скончался мужчина из Губкинского. Вообще ситуация с заболеваемостью сезонным и высокопатогенным гриппом на Ямале характеризуется как особо напряженная. Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен по всем возрастным группам населения. Но особую тревогу вызывает уровень заболеваемости среди детей от 14 до 17 лет. Здесь превышение составляет более 300%. Вот что говорят специалисты из Муравленко. Да, к сожалению, у нас зарегистрирован совсем рядом, в соседнем городе, городе Губкинском, первый смертельный случай среди наших ближайших городов от высокопатогенного так называемого свиного гриппа H1N1. Мужчина, 50 лет, никогда не прививался против гриппа. В этом году, 18 февраля, ему лабораторно был подтвержден диагноз свиного гриппа, и через 5 дней, буквально 23 февраля, он скончался в отделении Губкинской городской больницы.